Ситуации театр Афанасьева без Афанасьева не допустят. Основатель городского драматического театра отозвал заявление об уходе с поста художественного руководителя после заверения областных и городских властей о том, что деньги на новую площадку появятся в следующем году. Мой коллега Алексей Кудинов фиксировал громкие заявления чиновников разных уровней и эффектные театральные жесты. Ему слово. Кинотеатр «Пионер» начнут перестраивать, чтобы разместить театр Афанасьева в следующем году. Такое решение было принято накануне на встрече с участием самого Сергея Николаевича, представителей мэрии, регионального министерства культуры и губернатора. В областном бюджете в программе «Культура Новосибирской области» на 2020 год запланированы средства на начало реконструкции, на начало ремонтных работ. Сумму я пока не буду озвучивать принципиально, потому что у нас сейчас идет защита бюджета. После того, как законодательное собрание примет бюджет, тогда мы ее озвучим, сколько это будет. Но я сразу скажу, это достаточных средств для того, чтобы начать работы в 2020 году. Напомню, всего на то, чтобы приспособить «Пионер» под нужды театра, потребуется около 450 миллионов рублей. Расходы поделят федеральные и местные бюджеты. В Новосибирске надеются, что Москву удастся уговорить дать деньги раньше обещанных 22 и 23 годов. Вице-мэр Анна Терешкова рассказала журналистам, что сейчас арендодатель не будет забирать у театра весь первый этаж, а ограничится лишь кабинетом директора, которому, впрочем, выделят другое помещение в этом же здании. Прорабатывают и запасной вариант. В дальнейшем мы также рассматриваем помещение, уже вместе с Сергеем Николаевичем уже посмотрели несколько, для того, чтобы на время реконструкции театра была возможность переехать, если ситуация с арендодателем не будет решена. Пока уже есть предварительные наметки, куда мы можем переехать. Но я пока озвучивать не буду, потому что на сегодняшний день в этом помещении занимаются, и мы не хотели бы сейчас озвучивать сразу эту ситуацию. Заверения представителей власти, что площадку театру все-таки начнут делать уже в следующем году, заставили Сергея Афанасьева отозвать заявление об увольнении. Оно было уничтожено под аплодисменты вице-мэра и под прицелом нескольких телекамер. Начало сроков реконструкции – это 2020 год. Но тут я бы хотел обратить внимание всех присутствующих и наших уважаемых руководителей на то, что наш город имеет замечательную практику долгостроя культурных объектов. У нас кукольный театр 30 лет строился, театр «Глобус» 30 лет строился. Поэтому я бы хотел просто вот сейчас обратиться к вам, чтобы как-то тоже было личное заинтересованность в том, чтобы объект был не только начат вовремя его реконструкции, но вовремя был издан. Хотя вчера вот на совещании и Андрей Александрович, и Антон Евгеньевич заявили о том, что они также заинтересованы в скорейшем запуске этого объекта в эксплуатацию. Добавлю, что по оптимистичным оценкам, с момента начала работ по реконструкции до первого спектакля афанасьевцев в «Пионере» пройдет не менее 2 лет. Алексей Кудинов, Тарас Тарасов, Новости ОТС.